2020 году была поставлена задача по ОНТП сократить время нахождения автотранспорта на территории порта. Система GPS-мониторинга оповещает нас о пересечении машины компании-перевозчика одной из трех точек в городе, которые являются подъездными путями к порту. Система ПАО ВНТП сверяет наличие автовизита и готовит задания для крановщика на подготовку этого контейнера. Таким образом, машины, которые работают с нами по предварительному информированию на терминалах порта от КПП до КПП, могут быть обработаны и выехать за 15 минут. ПАО ВНТП и в дальнейшем планирует вводить новые инновации и оставаться первым на рынке стивидорных услуг. В дальнейшем ПАО ВНТП собирается перейти в цифровую трансформацию, которая позволит видеть автотранспорт в черте города, как также на территории порта и в регионе.